100 тысяч гектаров занимает Каданинское лесное хозяйство в Пензенской области. В Российской Федерации оно является одним из лучших по выращиванию и использованию лесных богатств. Ежегодно для нужд страны здесь заготавливают свыше 250 тысяч кубометров древесины. Современная техника позволила полностью заменить тяжелый физический труд человека на заготовках и при переработке леса. Сохранение и воспроизводство лесных богатств – одна из главных задач работников этого хозяйства. Высокоэффективные лесопосадочные машины, сеялки и культиваторы сегодня работают на вырубках, пустырях и прогалинах. Лесоводы тщательно ухаживают за молодыми саженцами. Около 1500 гектаров отводится ежегодно под новые лесные посадки в Кададинском.